Всем привет! С вами Енот, с вами Батли Тэч. Мы кружим неизвестно где. О, да, мы нас там побили хорошенько. Контракты. Что у нас есть? Контрактов у нас никаких нет. Место выполнения этого контракта — Жеронда. Ну, полетели туда. Федерация Солнца. Погнали. Все равно делать нечего. Здесь ни заданий, ничего нет. Но, возможно, там будет рынок. А летая, блин, работая с пиратами, возможно, мы бы имели здесь черный рынок. Блин, не, конечно, многие мехи у меня довольно уже крутые стали. Но Вархаммер уже устарел, я прям чем чувствую. Да, у него стоят два питча. Но этого мало? Так, сад завершен. Один слямок, да, дофига? 45, боевой дух, давай. Кстати, о чем я там этот говорит, мне надо посмотреть. Я же все равно выберу боевой дух, бодрость. Блин, у меня уже мехи все такие мощные. Вот, ручной пулемет. Радиатор, пулемет, радиатор. Вот смотрите. Питч, тоже два питча. Но у него общая масса, ну-ка. А если мы ему, допустим, пулеметы выкинем, потому что ближние я не собираюсь воевать, это странно было бы. Сколько весят пулеметы, вот, допустим? 3. Я могу вместо всего этого еще пич воткнуть? Вот, допустим, воткнули. У нас перевес. Еще пич, ну и радиатор выкинем. Пулеметные патроны выкинем. У нас здесь 9 килотонн перевес. Но теплоотвод ни о чем. Да, один раз выстрел сделали и конец. Отстой. Да, выйдем, пока ничего менять не будем. Вот это тоже хорошенький. Кстати, я могу на тебя еще нацепить ракет. Я даже готов лазер выкинуть, лишь бы тебя ракетами обвешать. Нет, да, не могу. Обидно. А там я поставил бы побой, чтобы чисто одним залпом все разносили. И это тоже довольно хороший, у него пушка Гаусса есть. Ну ладно, летим дальше. Так, ну погнали. Мне кажется, долетим раньше, чем все починится, но тем не менее. Не-не, тем не менее. Нет техников, нет мехов. Получив тревожное сообщение от Яна, вы спешите в мехотек. Аннигилятор нависает над толпой толкающих мехвоинов и мехтехников, в которых оказывается зажат Ян. На броне меха... сваркой выведена надпись: нет техников, нет мехов. Вы зависите от нас. Тощий мехтехника с фингалом под глазом размахивает гаечным ключом, подчеркивает каждое слово. Мы заслужим уважения, значит, прибавку. Так, сейчас ты получишь по заслугам глич. Вырывается вперед, но... А там, ага, отскакивает. Ага, да,
Это мы рискуем своими жизнями, прежде чем вы еще успеваете что-то выкрикнуть. Ян повышает голос. А ну заткнитесь, все вы. Что вы думаете делать, босс? Ну, давай полляма, не так уж много. Так, мехтехник прав, вы глубоко вздыхаете и тянетесь к стойке для инструментов. Мы доверяем вам своей жизни, залезая в мехов. Вы включаете паяльную горелку. Вы получаете годовую премию за работу, но сначала нам нужно разобраться с проблемами. Лично скрещивает руки. Вы слишком легко с ними обойдетесь. Они продолжают портить наших мехов. Пилоты понемногу охватывают паранойя. Вы резко отвечаете пилоту. Послушай, мехвоин, тебе достается вся слава и деньги. А что достается мехтехникам? Твои упреки и недовольство. Струя синего пламени вырывается из горелки в вашей руке. Мы, команда, веди себя соответственно. Мехтехники возвращаются на свои рабочие места. Перед ними стоит аннигилятор. Он устанавливает лестницу и взбирается на него. Грич хочет что-то сказать, но Afterburner выводит пилота в холл. Через несколько часов... Ян докладывает, деньги решают все, босс. И они решили, что мехтехники будут работать на износ. Больше никаких демонстраций не предвидится. Ну, рота получает бонус 30 дней. А это бунтарство получилось. Знаете, что оно еще дает? Ну, летите дальше. Пока рано. Есть магазин. Ого, старый трофейный. Боевой компьютер. О, очень хорошо. Циклопус, абсолютный командирский мех, несмотря на это, если легкое для своего класса вооружения, он оказывается незаменимым. Оказывает незаменимую поддержку благодаря улучшенной коммуникации, бла-бла. Так, лазер против продвинутый командный бух. Короче, это просто баффер. Ну, было бы лишнее место в копье, я бы взял. Бесполезен ты кто? О-хо-хо. Один из лучших мехов. Радиаторы АП-5. Пич, лазер, АП-5. Хорошие. Че это такое? А, цена повышена. Подожди, я не понял, че это? Понятно. Ну, давайте купим, это не так дорого. То какого теперь выкинуть вопрос? Нет. А кого я использую? Ну, допустим, я использую Вархаммера. А, ну вот эти двое не используются, да? Давай этого пихнем. Сколько его собирал? Так, ладно. АП-10, АП-20, хорошо. Ближний лазер. СНС, что это? Точности баллистики. Точности ракет. Да, нормально. Хотя на Вархаммера, если поставить...
Опа. В смысле ты не можешь поставить? Ай, ты еще и вес. Можно выкинуть средний лазер, он мне нафиг не нужен, по идее. А зато ракеты будут лучше бить. Да. Один день покружим, мы полетим на задание. Да-да. Так, давай. А, какой один день? Три дня. Все. Давай, выполняем контракт. Можем попробовать заменить, кстати, Вархаммера на этого 880-920. Смотрите, он уже лучше. Арчера можно заменить было бы на него. РБД. Не, ну пусть они в запасе будут, то есть пока мы можем. Блин. А, 20 дней. Придется крутить. Пока можем, почему бы не нападать? Those upgrades you asked for are online, Commander. Библиотека завершена. Так, блин, у меня столько крутых мехов, я не знаю, что надо. Два ляма, фига себе. 900. 900, да, давай это сделаем. А, деньги летят вниз. Целый месяц крутили, а чё? Доктор Мурат приходит на совещание с охапкой сочных красных шариков. Смотрите, первый урожай из гидропонного сада. Это помидоры, спрашивает Дариус. Набросает ему один помидор, и он съедает его. А потом довольно вздыхает, вытирая сок с подбородка. О да, это они. Помидоры, клубника, арбузы, тыква, базилик. Это только первый урожай. Легким жестом Симура хватает для себя помидоры из рук Фары. Команда будет в восторге, командир. Как хотите подать эту новость? Ну, первый урожай, давайте отпразднуем. Доктор Бурат стоит в центре гидропонического сада. Отмахнувшись от усика дыни, она обращается к собравшимся. Я хочу поблагодарить командира за оперативное создание гидропонного блока. Теперь у нас есть свежие овощи и фрукты, но это только начало. Мы также выращиваем лекарственные травы, которые пригодятся нашим медикам. А еще вы наверняка уже заметили, что воздух в этом отсеке стал гораздо приятнее, чем что тоже пойдет на пользу нашему здоровью. Пара улыбается, глядя на вас. Поэтому хочу, чтобы каждый сделал глубокий вдох и поднял помидор, клубнику или что вам там нравится. За здоровье командира и честь нашего нового сада. Ура! Кричит экипаж за радостными криками, следует довольно чавканье. Боевой дух, потратить деньги. К медикам очкам, да. Да-да, будет обычный, не хочу много тратить. Так. Так, старт контракта. Так, Вархаммер. Нет, нам на Вархаммер.
Постойте. А, я сейчас сижу в башне. Вархаммер отдаем теперь ему. И вот эти два будем периодически менять. Легкий мех. Это лучший мех. Хайлайтер. Блин. Я бы кого-нибудь другого в ракету бы обвешал, но пока нету никого. Найдем, обвешаю. Полетели. Так. Я бы хотел повесить на кого-нибудь сразу 4. Тупо все, выкинуть все, что можно. И повесить только 4 ВБД-20. Чтоб одним залпом точно это сразу бы выбивал его. Ломал все, что ему можно. Выбивал ему почву из-под ног. Я вот не знаю. Может на башню навешать ракеты. Выкинуть все эти АПшки и тупо ракетами. Выйду. Мне даже интересно, что здесь надо уничтожить цель, покиньте район. Командир это задание будет. Кстати, а враги тоже довольно тяжелые. Из патруля для поднятия боевого духа. Она настояла на том, чтобы использовать старых мехов своей семьи. Уничтожить его будет несложно. Ее подручные это понимают и поэтому отправляются вместе с ней чрезвычайно мощный отряд сопровождения. Если она... вы будете быстро и агрессивны, то сможете уничтожить ее маленькую киса, да еще до того, как сопротивление. То есть мне нужно будет напасть на нее, убить и потом расфигачить все остальное. Блин, а здесь пираты-то про этот. Хорошо себя чувствует. Дорого все продают. Блин, столько мехов, мол. Не, вообще игры. Чуваки эти молодцы. Правда, я теперь могу не париться, у меня все мехи хорошие, если один мех будет поломан, я могу брать другой на замену. И продолжать сражаться. Кроме первых двух, первые два, башня и арчер, они прям очень нужны. Ну, хотя арчера, я чувствую, уже слабеет. А, может, кстати, обычные РБДшки на него может быть повесить, надо проверить, если я не забуду. Возьмем, повесим не РБД-20, РП-15, там, или 9, пусть там по 8, пускай чуть-чуть. Как по мне, босс любой, кто отправит своих персон на СДА-2, явно желает, чтобы их подстрелили. У тебя есть что-нибудь полезное? Эти мелкие ублюдки быстрые. Так что следить за тем, чтобы ВИПы не сбежали. Принято, командир. Помните, что сопровождение будет очень серьезно, так что, возможно, было бы разумнее поразить цель и сразу же отойти к зоне эвакуации, которая находится вот здесь. Удачи и хорошей охоты. В смысле отступить? Ты не офигел? Ого. Командир, смотрите оба, это отличное место для засады. Да, плевал я. Ага. Уйдем пока в бок. Средний лазер РБД Гаусс пушка. Но он не перегревается вообще. А вот этот с питчами я бы сюда загнал. Уничтожьте вражеские силы, уничтожьте нападающих. Уничтожьте вип-персону. 55 тонн не такой уж большой. Зря рядом поставил.
Не дадут ходить, нет? О, это хорошо. Так, что мы имеем? Два питча. Тандер, вот это опасный. Просто надо бы тогда контролить кого-то одного. А давай этого всем жахнем. Standing by. Aye, aye. Давай, у нас есть пич, пич, АП, лазер, все. И не добили. Ну ничего, мы другими его жахнем. А, ну это уведем, это не страшно. Ну, Тандер прям неприятный вообще. А мы его как-то слабее пробили, если честно. Okay, that hurt. Все четыре, давай. Хо-хо-хо. Минус. What's up, boss? Got it. Гаус, ну естественно туда. На, блин, у меня будет везде гаус расставить. Хо, слушайте, это прям очень мощный. Очень мощный. Всего лишь-то. И надо отступить, мы слишком открылись. Но у них уже трое. 55 тонн даже не серьезно. Кентаро. А, это мелочь, да, которая бегает. Ну, давай его повалим. Бум! Красиво упал. Ну-ка. Так, который валяется. Куда ему тут разнесем? У него пулеметы, средний лазер, РБД. Давай плечо ему. Фигач! А ты офигел! Ну, мы ему руку... А, и другое плечо надо было бить. Да без разницы, у нас вот эта огневая мощь просто огромная. Огонь! Все, почти труп. Омри! На, красиво. И это сильное сопротивление? Это так, побаловаться. One less target. Кто меня там еще бил?
Там какая-то мелочь мне нападает. Это випы, что ли, или какое-то нападение? А вы запарили меня. А что-то серьезно, надо уходить. А, то есть вас тупо много. Ну что, сейчас мы этого Тандера сломаем. Вип там бегает. Да сколько вас тут? 8, что ли? Перегрев, да? Ну, я пока сюда жахнем. Эй, я ж в воде. А ты запарили вы меня ракетами фигачить? Подождем. Просто умри. Yes, commander. Если честно, по-моему, ты офигел. Heading out. Но пилот выведен. Убили. Все. Остается мелочь. Хватит его бить. На. Умри. Он еще и выжил. На, вылезли, можно будет отступить. Специально вылезли, чтобы подставиться. Вид, пока хай бегает, подбежит, убьем. Уху-ху. Что-то больно прям лупит. Хуй, иди лесом. Даже не больно. Он прям сам нарывается. Мне вот на него, по идее, плевать вообще. Это вид персона, и хай с ней будут, что хотят. Надо бокового убирать. На, она не страшно. Тут еще какие-нибудь щиты делать. Так, ну давай зайдем совсем сбоку. Какого черта ты живой такой? Waiting for orders. Location confirmed. Умри, пожалуйста. Голова уничтожена. Еее, Гауссом просто вынес ее. Все, остались ракетные и вип. Ну это что-то мелкое, вообще ни о чем. У меня вон того бы убрать. 55 тонн. Да, надо убирать его с обстрела. Armor, ты можешь за этим походить? Ю-у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 -
Хватит ходить. Устоял. Так, давай жахнем ему полный залп. Все, побеждай, командир. И фа. Okay, that was bad. Ready for orders. Locking in coordinates. Жахнет ему. Блин. Нужно убрать его, чтобы он не палил наших. Все. Цель уничтожена. Можете эвакуироваться. Я на месте. Направляйтесь к зоне. Да нафиг надо. Еще 4 бойца. Фух. 4, да, ракетники. 70. Вот арчер, это 100 пудов. Главное его не подставлять сильно, а то Гаусс не восстановлю. Надо уходить назад, башню подставлять надо. Жизни мало. On my way. Огонь! Фак. Дай его назад уводить. They've blown past my armor. Yes, commander. Придется ждать. Да чтоб тебя. Waiting for orders. Roger that. Просто пили его. On it. Падение. Что, опять ракетами по нему попадут? Да ладно, он скрылся. Эй! Light damage, holding firm. On the move. Ждем. Их слишком много просто. 9. Ассаут, фига себе. Арчер бесит меня. That shot got past my armor. Вот арчера бы расфигачить. Но чем меньше их ходит, тем лучше. А, вот они, два ракетных. Это же Жо. Чё меня сломали? Гаусс, не-не-не-не-не. Блин, а чё делать-то?
ракетные, я же говорю, проблема в том, что они ракетные. Все, отступаем, я не буду здесь сражаться. Просто куча ракетных, и даже проблема не в том, что... У меня нету просто гаусса, не хочу его терять. Пусть лесом идут. Мы уже убегали, не все задания идут гладко. Зато теперь я, кажись, убедил, и можно будет на этого повесить еще ракет. На Арчера. А гаусс потерять? Не-не-не-не-не-не. Лак, столько сражаться, и все зря. Блин. Будь их хотя бы, ладно, пусть мой даже мое копье было без проблем, но как мы видим, что тупо куча ракеты, я ничего не могу с этим сделать. Нападу на других, меня эти раздавят. 9, вы понимаете? Waiting for orders. Или вылавливать по одному. Не, ладно. Не, давайте попробуем один раз. Мы будем их обходить. Не получится, уйдем. Что ты куда кинул-то меня? Keep your eyes peeled, Commander. Да, знаю, что отличное место. Я видел, кто на нас нападет. 9 человек. 9. Причем палят по-жесткому вообще. On my way. Молодец, обходишь. 50 тонн. Изи. Waiting on you, Commander. Открой. I copy. Уже летят, я же говорю. Hit, what can I do for you? И всем вообще наплевать. Time to die. Почему вообще без разницы какое расстояние? Смотрите, вообще пофиг. А, да? Можно ракетами, ну давай. Locked on target.
Свалил собак. А чё ты свалил? Подходи давай. Так, что же делать? Что же делать? Опять его вывести? I hear ya. Топку. What's up, boss? Так, что же делать? Что же делать? Давай спринтуй. На-на. Ты вообще офигел, да? Тут вылез. Armor left in that location. Блин, не знаю. Так, теперь давай мы жахнем в ответ. Приятно, да, когда все жахают. Чего вы все маленького обижаете-то? Losing armor left and right here. Heading out. Получи. Ногу сломали. Падение, но толку нам от этого никакого. Так, теперь надо его завалить, чтобы нас не видели. И все движемся под башней. Башню расфигачить не страшно, а пешки я куплю. Все, нету его. Давай, кто вылазит? Вот это опасно, это 90 тонн. Так, и что мы можем сделать? Ты пока тикай назад. They've got a sensor lock on me. А вы офигели? Waiting for orders. I read you, Commander. Moving out.
Так, 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 так. 60 тонн. Ха, открылись. Yes, commander. Самый толстый мех. Got it. Ого! Матерь моя! Это вот это везение. Ага, вылез. Waiting on you, Commander. То есть ты пожертвовал собой, чтобы мы тебя могли жахнуть, какая ты молодец. Ну, один нормальный залп, и ему конец. Блин, а вот этот-то ничего не видит. Давай, отложи ход, походим чуть позже. Умри. Собака выжил. У него нет, да, двойной атаки? Фа. Engaging. Похоже, цель пытается отступить. Ликвидируйте ее до эвакуации. О, она к нам пытается отступить. Так, и что мы можем сделать? Мы зайдем отсюда. Ну и давай поприветствуем его. Минус рука. Правда, там, наверное, ничего нету, да, у него? На башню еще плевать. Он выдержит любую атаку, а того мы добьем, как только он обойдет. Неприятно. Надо отступать за гору. И по одному их вылавливать. А вот и Арчер. Слушай, неприятно. Чего? Сейчас со спины, да, пулеметиками своими? А, нет. Или всем, чем можешь. Чем быстрее мы его устраним, тем нам же будет лучше. Пофиг. Получи. Одно попадание, и он мертв. Блин, не знаю, что делать. Waiting for orders. Confirmed. Умри. Есть. Все, они меня теперь опять не видят. Один ход, хоть будь спокоен. Но еще есть 4 больших меха. Ну,
Вот они лезут. Как ты не увидел? Меня же не видно. Или нюх обзор лучше? А, это не страшно, это Арчер. Его я спрячу. Блин, заканчивать надо. Ого. То есть он косой и при этом в меня попал. Кто меня видит? Ты что ли? Блин, обидно. Они за счет него видят. Чего? 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 Стойте! Алло, чего? Почему он сразу? Я связал, что он летит, он еще ход стоять будет, прежде чем бежит. Что за подстава? Капец! Ладно. Буду знать, что если он добегает сразу... Я думал, мне походит вот этот с питчами и разнесет его. Ну ладно, мы главное не потеряли ничего особенного. Два радиатора дали, обидно. 90 тонн, вот его бы. Второго и было бы классно. Но облажался, что поделать, с кем не бывает. Все лажают. Обидно. А ведь буквально один ход. Ну, кстати, я не подумал, что за счет него нас и увидят. Хорошо. Такс. Но ракеты нужны, они прям жестко разносят. Я что, вообще ничего поставить не могу? Вы что, издеваетесь? Я же видел, там стоит другой. Что за лажа? Нет, а как вместе поставить? А, максимум один. Понятно. Отстой.
Ну, у нас здесь есть еще пара заданий, которые можно взять, а потом ломанем на задание. Но это мы разберемся уже в следующий раз. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.